как вернуть любимого мужа, ушедшего от другой женщины? Если вы вместе занимались духовной практикой, то вернуть возможно. Если вы жили невежественной жизнью, вернуть невозможно. Если жили страстной жизнью, то можно как-то пробовать. По вашей жизни я вижу, что вы жили невежественной жизнью вместе. У вас не было правильных отношений. Они основывались просто на наслаждении. И вижу, что такие же отношения ваш бывший муж строит также и в следующих отношениях, которые он должен не сохранить на всю жизнь. То есть вернуть его невозможно. Вернуть можно человека только тогда, когда у него работает разум. Через разум идет влияние на молитву. Но у вашего мужа в ваших отношениях разум не включился. Там нет разума. Вот об этом мы сейчас будем всю лекцию говорить. Понимаете, когда люди в невежестве живут, страсть, невежество, когда смешанная такая жизнь, там нет возврата, потому что эта жизнь не имеет толку, она бессмысленна. Такая семейная жизнь, она бессмысленна, в ней нет смысла, поэтому Богу это не надо, все, Он не возвращает такие отношения. У нас есть привязанность к человеку, но Бога это мало волнует, есть у нас привязанность или нет. И волнует, чтобы отношения развивались. Развивались означает, стали чистыми и светлыми, в конце концов. У вас отношения основаны на чувственных наслаждениях. Просто мне хорошо с человеком, и все. Вот это ваша идея. Бога в этих отношениях нет. То, что я вот вижу. Я не вижу возможности возврата. Он уже не думает о вас, забыл уже все. Всегда, когда человека бросают, ему больно, он больше привязывается. А когда человек сам бросает, он холод начинает испытывать. Забывает о человеке. Ну. Лучше подавать микрофон тем, кто задает вопрос, потому что в записи ничего не слышно, вопросов не слышно, и ответы непонятны становятся. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что мне необходимо делать, чтобы в своей жизни мужа почувствовать старшим? Мужа можно почувствовать старшим, если он старший. Что я могу сделать? Послушайте меня. Если мужчина старший, жена его, женщина его естественно чувствует старшим, если он старше. Но иногда бывает так, что женщина чувствует, что мужчина старший, но не хочет уступать ему старшинство. И она с ним конкурирует, пытается, потому что, запомните, мужчина эксплуатирует в этом мире социум, общество. Мужчина эксплуатирует общество в этом мире, а женщина эксплуатирует только мужчину. Она эксплуатирует именно мужчину. И детей своих также она эксплуатирует. Женщине все равно, что там будет в социуме. Ей важно, что будет с ее мужчиной, с ее детьми. То есть она эксплуатирует это пространство. Ей очень важно это. И поэтому уступать мужу первенство для женщины сложно. Потому что это ее объект эксплуатации. Она как бы испытывает счастье от победы над мужчиной. Как она может ему уступить? Очень сложно. Для этого нужна реализация правильная в сердце. Есть два типа женщин, которые младшие в жизни. Первый тип – это женщины, которые по судьбе получают хорошего мужа, который становится по праву старшим, женщина уступает ему старшинству. Второй тип женщин – это мудрые женщины. Мудрые женщины не считают себя мудрыми. Есть две категории женщин. Одни считают себя очень умными, что они все понимают. Это глупые женщины.
Другие женщины разумные, они понимают, что вот это чувство, что я все знаю, оно неправильное. У любой женщины есть чувство, что я все знаю, все понимаю, все чувствую. Мне не надо ничего там доказывать, объяснять. У любой женщины есть это чувство. Сердце открытое, у любой женщины она чувствует истину. И она считает, что она все понимает лучше, чем другие. Ситуацию, там, отношения, любая женщина так чувствует. Но есть женщины, которые сомневаются в этом ощущении. Это разумные женщины. Они сомневаются, что они вот все понимают, все чувствуют. И такие женщины разумные, они имеют способность слушать мужа, слушать его мнение. Но глупые женщины считают, что его мнение уже понятно, что его слушать. И они не слушают. Есть второй тип глупых женщин, которые, когда муж говорит, это их раздражает. Они напрягаются сильно и как бы не хотят тоже слушать, просто потому что им неприятно, что у него вообще есть какое-то свое мнение. Если женщина культивирует разум в своем сердце, то она способна играть младшего в отношении. Надо чуть тише сделать, чуть тише. Угу, нормально, да. Она способна играть младшего, такая женщина. Она не считает себя младшей вообще с мужем в отношениях, не считает младшим. Но она так себя ведет, как младшая. Когда женщина ведет себя как младшая, это очень разумная женщина. Потому что когда женщина как младшая себя ведет в отношениях, она управляет отношениями полностью. Потому что мужчина, когда видит, что женщина ведет себя как младшая, его воля не идет против воли женщины. Он успокаивается, и когда мужчина успокаивается, то все желания женщины удовлетворены автоматически становятся. Потому что в личной жизни у мужчины нет никаких желаний своих особых. У него желания идут на достижение там каких-то целей. У женщины все желания в личной жизни находятся. Если женщина не перечит мужу, ведет себя смиренно с ним, разумно, смиренно для женщины означает разумно, то в этом случае он склонен ей уступать, делать так, как она хочет, склонен к этому. Ему проще так, потому что у женщины желание сильнее, чем у мужчины, и противостоять им сложно. Поэтому мужчине легче уступить, чем как бы противостоять, как доказывать, легче. Если женщина по природе уступчивая, но есть другая еще категория женщин, не уступчивые, а забитые женщины есть еще. Забитые означает, что женщина боится потерять человека и не хочет с ним спорить не потому, что он правильно себя ведет, а потому, что она испытывает неправильное чувство по отношению к нему. Ей легче быть униженной, чем устанавливать справедливость в отношении. Такие женщины приводят мужчину к полной деградации. Есть две причины, почему мужчина дерется в семье. Первая причина – это забитые женщины, которые как бы во всем уступают, не хотят воспитывать мужа. Женщина должна воспитывать и мужа, и детей. Это ее природа женщины – воспитывать. Если женщина не воспитывает мужа, то он становится невоспитанным. Итак, если женщина не воспитывает мужа, она все время уступает ему, это забитая женщина, муж ее начинает бить и изменять ей впоследствии. Ее вина, это она сама виновата в этом. Дальше, второй тип женщин, это женщины агрессивно настроенные, те, которые всегда сопротивляются мужу. Они пытаются отстаивать свое право всегда с ним. И у мужчины есть два варианта. Или он превращается в тряпку, или он бьет жену одной из двух. В любом случае, поведение мужчины очень сильно зависит от жены в семье именно, в личной жизни. Поэтому женщина должна смотреть на себя, что она делает, как муж ее ведет себя, так она его... Ну, это ее вина по факту. Потому что психика... В отношении? В вашем случае точно. Точно, 100%.
Значит, не перебивайте меня. Итак, на чем мы остановились? А? Да, мужчина может развиваться у женщины, рядом с женщиной или деградировать. В зависимости от ее поведения. И как мужчина себя ведет, надо смотреть. Потому что в отношениях женщина сильнее в несколько раз, чем мужчина. Но чувство у ней, внешнее ощущение, что он сильнее в отношениях. Любая женщина внешне чувствует, что мужчина сильнее. Ей трудно с ним вообще общаться как-то. Но это всего лишь внешнее ощущение. Есть два психических цилиндра. Есть внутренний психический цилиндр, есть внешний. Внешний психический цилиндр у мужчины очень крепкий, как камень. А у женщины очень податливый, и хрупкий, и тонкий. Поэтому она очень ранимая женщина. Очень ранимые, наши любимые. Вот, то есть женщины очень ранимые по природе, хрупкие, внешне. Они поэтому приспосабливаются, подстраиваются по все. Мужчины внешне очень твердые, у них психика твердая, они как бы не подстраиваются, они по-своему всегда делают. Но внутри психики мужчины очень ранимые, внутри, внутренний психический цилиндр, мягкий у мужчин, податливый, а у женщины твердый, как камень, внутренний психический цилиндр. Это значит, что женщина снаружи, она такая подстраивается, но внутри она очень твердая. У нее очень твердые свои правила в жизни, они не меняются никогда. Когда два человека вместе начинают жить, сначала внешний цилиндр работает, они наслаждаются друг другом. Женщина наслаждается силой мужчины, мужчина наслаждается мягкостью женщины, потом они пожили чуть друг другом вместе. И мужчина чувствует, что женщину не свернешь вообще, она как баран. Не свернешь в каких-то вопросах вообще, шансов нет вообще никаких, просто никаких шансов. А женщина чувствует, что мужчина, он какой-то такой, я думала, что он такой крепкий весь, а он какой-то вот такой, в некоторых вещах не крепкий совсем. Начинают скандалы. Они становятся несогласными. Им не хочется так, чтобы было. Не понимают, что у каждого человека есть недостатки, есть преимущества. И есть женские природные недостатки, есть мужские природные недостатки. С этим ничего не сделаешь. Мы отвечали на вопросы, пока все не собрались. Сейчас все собрались уже, и у нас сегодня есть определенная тема лекции. Это счастье и судьба в отношениях, все это в отношениях, вот сейчас разбираться. Когда люди вступают в отношения в семейные, то их иллюзия счастья совместного возрастает многократно. Ощущение, что должно быть счастье в этих отношениях, возрастает многократно. Чувство вот этого. Не значит, что счастье будет возрастать. А вот это чувство возрастает многократно, ощущение. И если оно не оправдывается, начинаются истерики. Как с мужской стороны, так и с женской. Это чувство исходит из эгоизма. Вот давайте вот разберем, допустим, ситуацию. Допустим, женщина одна живет. Ей много в жизни надо вообще, нет? А? Да ну что там ей надо? Ну она живет одна и живет. Там чуть прибралась, чуть поела, чуть поработала. Много не надо одной. Ну и как бы жилье вот какое есть, такое есть. Она не сильно парится. Но когда она выходит замуж, ей сразу надо большая квартира нужна. Сразу. Она не может даже просто принять идею, что она будет замужем в маленькой квартире вообще. Не может вообще такую идею принять. Мужчина тоже один живет, зарабатывает себе сколько там ему надо. Вот. Макароны сварил, в холодильник поставил, кусок отрубил, пожарил, поел, пошел на работу. С яичницей перемешку. Я так студентом жил. Помню.
не сильно беспокоился, что покушать. Когда мужчина женится, все, ему надо полный масштабный стол. И такое блюдо, и такое блюдо, ему все надо сразу. Попробуй не приготовь. Истерики начинаются. Так или нет? Видите, мужчина очень сильно хочет наслаждаться заботой женской. Ему нужна забота. Он требует заботы себе. Женщина наслаждается территорией. Ей нужна территория. Она всю территорию фиксирует. Попробуй, что поставь не туда, она сразу все назад. Она территорией наслаждается, женщина. Мужчина женщиной наслаждается самой. И тем, что она делает. Ему нравится, как она готовит, стирает. Да, она все это делает, ему хорошо сидеть на диване, ему нравится. Жена бегает вокруг, ему хорошо. Классно. Главное, чтобы бегала вокруг, суетилась, что-то делала. Жена. Если муж у вас нервничает, надо вокруг посуетиться, что-то поделать. Сразу раз, пока. Так, когда люди женятся, эгоизм многократно возрастает. Совместный эгоизм. Вот одного было столько эгоизма. Вот у мужчины было два эгоизма, цифра два. У женщины два. Сколько вместе будет у них эгоизма? Восемь, да. Восемь, два в квадрате. Не четыре, не два плюс два, четыре, а восемь. Совместный эгоизм намного больше, чем индивидуальный у каждого из них. Умножается. Эгоизм становится намного больше совместный в семье. Поэтому в ведической культуре говорится, семья создалась, надо нейтрализовать этот эгоизм семейный. Иначе он будет приносить страдания. Эгоизм – это всегда сила, приносящая страдания. Как это выражается, этот эгоизм, который возник в результате того, что люди вместе стали жить? Первое. Пропадает интерес к родителям. Второе. Пропадает интерес к друзьям. Больше люди начинают замыкаться друг на друге. Они перестают ходить к друзьям, к родителям, заботиться о ком-то. И они друг на друге замыкаются, все. Это сейчас хорошо, сначала хорошо. А потом это приведет к большим проблемам. 100%. Потому что когда люди друг на друге замыкаются, они потом друг от друга их потом и тошнит. На ком замыкаешься, на том это от того и тошнит. Не сразу, года через два где-то совместная жизнь начинает потихоньку тошнить уже. А потом через 5, 6, 7, 8 лет критический, 7-8 лет критический срок совместной жизни. Если люди замыкаются друг на друга, через 8 лет они уже не могут смотреть друг на друга уже. Итак, в ведической культуре старались служить всем вокруг, семья. Старались обязательно, чтобы были гости. Если вам не хочется, чтобы гости приходили, это значит очень много эгоизма семейного. Надо, чтобы дом был открыт для гостей, надо совершать аскезу, кормить людей, кормить гостей. Нужно обязательно кормить животных вокруг. Не обязательно их в квартиру тащить все. Потому что когда животное живет в квартире, оно становится центром семьи. Когда чем менее разумное существо живет в квартире, тем больше оно становится центром семьи. Если в семье есть ребенок, кто центр семьи? Ребенок. Если кошка в семье, кто центр семьи? Кошка. Если таракан. На кого больше всего внимания обращают? На кошку или на таракана? На таракана больше внимания. Так ведь? Чем менее... Что, на тараканов не обращать внимания? Чем менее разумное существо, тем больше на него внимания привлекается. Тем больше у него эгоизма, тем больше оно на себя тянет внимание. Поэтому животные не должны, лучше не надо, чтобы они жили дома. Потому что в этом случае, если детей трудно воспитать, чтобы они не были центром семьи, а были слугами, это трудно, то животных просто невозможно.
они все равно будут привлекать к себе внимание и будут пытаться, как бы, чтобы по-своему жизнь была. Они по-своему делают жизнь. Вот кто кому служит? Собака человеку или человек собаке? Вообще должно быть так, чтобы собака служила. Она живет на улице, гавкает там. Тогда собака прогрессирует. Но если собаку заводят в дом, кто кому служит? Человек собаке. Собака начинает писать где хочет, там, какать, кушать, лежать, в любую комнату залазит. Она начинает становиться хозяином, понимаете? Не слугой, а хозяином. Такая собака деградирует. Человек рядом с ней деградирует тоже. Поэтому семейный эгоизм – это такая страшная вещь. Когда правильно семья устроена, то первым в семье кушает мужчина. Глава семьи первым кушает. За ним кушает жена, второй. И последним кушают дети. При неправильном устройстве семьи, когда эгоизм неправильно работает, первыми кушают животные. Они орут, как только начинает запах, они прибегают, начинают орать, уже кушать хотят, надо их кушать. Вторым кушают дети, потом кушает жена и доедает за всеми муж уже, который приходит с работы к этому времени. Неправильно устроенная организация семьи, неправильно, приведет к проблемам такая жизнь. Дети вырастут эгоистичными, жадными, женщина будет всегда не удовлетворена жизнью. И так нужно служить обществу. Семья должна служить обществу. Близким, родным, друзьям. Женщина должна отвечать за это служение обществу. Мужчине некогда об этом думать. Женщина должна об этом думать. Она должна бороться с семейным эгоизмом. Она должна заботиться, чтобы всех кормили. Пожертвования какие-то семья должна делать. Женщина должна об этом думать. Она должна уменьшать эгоизм семейный. Она не все в дом должна тянуть, а что-то отдавать должна. Женщине хочется все в дом тянуть. Надо стараться отдавать, что-то отдавать. Это правильно. У некоторых женщин есть в сердце чувство, что надо отдавать. Старается подарки делать женщина такая. Это правильное настроение. Какие последствия чрезмерного семейного эгоизма, последствия в отношениях? Становится в отношениях больше боли. Если очень много эгоизма семейного, вырос эгоизм, отношения строить невозможно. Одно слово не так, люди обижаются. Они не могут терпеть друг друга, любое мнение не могут терпеть. Сразу возникает обида, боль. При любом высказывании близкого человека. Вот представьте себе такую картину. Давайте проэкспериментируем в уме просто. Допустим, у вас живут гости. И вы при гостях говорите что-то мужу. Он будет вас слушать или нет? Наоборот. Чаще всего при гостях он слушает лучше. Почему? Потому что чужие люди неудобно, конючить неудобно. Он выслушает, может быть, он не сделает, но, по крайней мере, прислушается. Видите, когда есть гости, уже семейный эгоизм ослабевает, легче общаться. Но когда нет гостей, люди друг другу напрямую говорят, они не хотят слушать друг друга. Это означает чрезмерный семейный эгоизм. Не можем разговаривать друг с другом. Точно так же действует алтарь. Если есть алтарь в доме и поклонение, люди склонны слушать друг друга. А если не склонны, то можно говорить, я тебя ради Бога, вот перед алтарем тебя прошу. Когда так человек говорит, сразу эгоизм спадает в семейный. То есть алтарь является защитой для каждого человека в отношениях. Потому что склонность эксплуатировать отношения есть как у мужчин, так и у женщин в личной жизни. И это значит, что близкого человека слушать невозможно. Также принимать авторитет близкого человека очень трудно. Обычно близких мы не слушаем. И поэтому читать лекции близким людям бесполезно. Надо показывать своим примером, как правильно жить. То есть их учить какими-то теориями бесполезно.
Можно, конечно, как-то сделать хитро, чтобы близкий человек начал слушать лекции чьи-то. Это будет победой хорошей. Но это надо очень аккуратно делать. Обычно близкие люди не склонны ни слушать, ни признавать своих близких вообще. Не склонны к этому. Так действует семейный эгоизм. Мой близкий человек не может быть, иметь какие-то способности, обладать способностями. У меня мама начала лечиться, когда она узнала, что ей подружке помогло от астмы. Так она у меня не лечилась. Когда подружке помогло, подружка сказала: «Слушай, а что ты у своего сына не полечишься?» Так, мама, так было? Что со сына не полечишься? Она полечилась, ей помогло. После этого как бы начала доверять уже. Но до этого не было доверия. Близким людям мы не доверяем обычно, это обычно. Нет пророка в своем отечестве. Известное высказывание близко. Это касается всех, без исключения людей. Здесь нет исключений каких-то. Так действует семейный эгоизм. Мой ребенок не может быть умнее меня. Яйца курицу не учит. Не может, просто не может быть и все. Хотя это не так. Есть такая история. Один мудрец подошел к мужчине с ребенком. Это был его наставник, этого мужчины. Мудрец был наставником. И он поклонился. Тогда этот мужчина, когда ему поклонился наставник, он испугался сильно. Он говорит: «Вы что, меня проклинаете? Почему вы так делаете? Почему вы мне поклонились?» Он говорит: «А я не тебе поклонился, я поклонился этому мудрецу, который сидит у тебя на руках. Но ты этого еще не знаешь». И потом действительно это вырос очень великий ведический ученый у этого человека. Таким образом, мы не можем понять близких людей глубоко, осознать их способности, их наклонности. Очень трудно понять развитость духовную близкого человека. Особенно отцу слушать наставления сына практически невозможно. Так устроен мир, мы не можем это поменять. Так устроено в этом мире, так вот все. Семейный эгоизм – это страшная вещь, страшная, она разрушает жизнь, она приносит страдания. Поначалу она дает очень сладкий вкус, медовый месяц. В это время семейный эгоизм растет, развивается. Когда он развивается, все классно. Люди балдеют, наслаждаются, им хорошо друг с другом. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. Первые 3 года совместной жизни. Потом все по-другому начинается. Другая жизнь потом. Летит январская вьюга, не видят люди друг друга. Не слышат люди друг друга, не поймут никогда. Шо робить? Что робить? Нужно ставить алтарь дома. Алтарь. Там, где есть Бог, там нет эгоизма. Душа по природе бескорыстна. Бог, он всегда духовен, у него нет эгоизма. Когда начинается поклонение Богу, эгоизм рассеивается в семье. Нужно делать пожертвования в храмы, нужно кормить животных, соседей угощать обязательно. Что-нибудь сделать, чуть-чуть соседей угостить, особенно пожилых людей. Они нуждаются в отношениях, в общении. Они будут вас благословлять, радоваться вам. Надо прорвать эту... Позвонить даже в дверь чужого человека, соседа, очень трудно. Надо разрывать эти оковы, и это должны делать женщины. Это женская обязанность. Разрывать оковы семейного эгоизма соседей. Прибирать в подъезде, садить цветочки. Расклеить всем на двери, повесить. Завтра все садим цветы в огороде. В воскресенье желательно, чтобы все были свободны. Ну кто-то придет, кто-то нет. Кто пришел, с тем садим цветы. Цветы мы купили сами. За вами лопаты.
и так далее. Ну, вот так объединять людей. Кто-то должен этим заниматься обязательно. Это создает счастье, в атмосферу счастья в доме. Говорится, что если в подъезде нет сильного эгоизма семейного у людей, то вор в этот подъезд не зайдет. Вор заходит туда, где никто никому не нужен. Он чувствует такой подъезд. Такой подъезд обычно не прибранный. Там не увидишь сильно как бы вот цветочков каких-то. Понимаете? Никто никому не нужен. И он заходит, спокойно ворует, знает, что никто не откроет дверь, никто не откликнется. Но если в подъезде все прибрано, все ухожено, хорошо, он знает, что здесь воровать нельзя. Сразу настучат тут же. Потому что люди имеют отношение. Там, где все хаос, стекол нет в этих подъездных окнах, заходи, воруй без проблем. Найди побогаче дверь, заходи, воруй. А если все прибрано, все хорошо, значит, шансов нет. Только что-то раз, и сразу, женщины же, они очень любопытны по природе. Я помню, когда в институте учился, я выходил на улицу в мороз, в плавках в одних, обливался ледяной водой перед институтом. Это был такой дом, панельный, старый. И почти в каждом окне бабушка сидела в этот момент. Не очень любопытно, им нравится посмотреть. Испытывают счастье от взгляда, от действия, чтобы что-то происходило. Особенно необычное. И, а потом они собираются, обсуждают. Ну, заморозит же себе что-нибудь когда-нибудь. Ну, такие обсуждения начинаются потом. Надо потрындычать, пообщаться. Вот. И вот такие же женщины, они в глазок смотрят, если кто-то проходит по площадке. Если не тот, кто-то прошел, сразу звонит соседям. Все контролируется вокруг полностью, под контролем. Под женским оком находится все. Особенно если женщина уже на пенсии, не работает, ей надо все обязательно контролировать, что происходит вокруг. Кошки где какие бегают, там что по подъезду и все контролирует. Если вы заходите в какую-то квартиру, позвонили, заходите, запах плохой, не нравится запах, значит, там много семейного эгоизма. Это значит, тухнут отношения у них, протухать отношения начинают. Это к этому привлекаются духи. Когда духи попадают в комнату, начинают там жить в отношениях, запах в квартире неперевариваемый. Туда не то, что зайти там, находиться там невозможно. Это признак того, что грязь, психическая грязь копится в этом месте. Но когда люди пожертвования себе совершают, кормят птичек, когда люди заботятся о других, у них легко дышать в квартире. Заходишь, легкий такой, легко дышать, хорошо, нет семейного эгоизма. Когда семейного эгоизма много скапливается, запах отвратительный, невозможно дышать, тяжело. Там вроде свежо, все проветрено, но дышать невозможно, спертый такой, тяжелый воздух. Кушать тоже тяжело в этом месте, да и обычно и не накормят. Услышали, да? Поняли, о чем я говорю? Вот в такой ситуации говорить об отношениях бесполезно. Будет много обидчивости, депресняк в отношениях, будет обидчивость, скованность. Близкому до сердца близкого человека достучаться невозможно. Причина вот эта вот броня, которую вы накопили сами, слишком много наслаждения было жизнью. Мужчина наслаждается телевизором, женщина там болтает по телефону, они наслаждаются жизнью друг с другом рядом, копится эгоизм. Чем больше эгоизма, тем меньше отношений. Отношения возможны только в служении. Нет служения, нет отношений. Каждый своим делом занимается в семье, нет отношений. Искренности не будет, ничего не будет. Постепенно начнутся измены. Нужно, чтобы поклонение было дома, духовная жизнь какая-то. Нужно, чтобы религиозные книги стояли на полке. Не надо убирать все плакаты там с артистами эстрады,
с квартирой. Некоторые привозят какие-то злые эти морды, вешают в квартире. Зачем вам это надо? Из Африки там всяких злых духов там. Зачем это все надо? Иконы, изображения святых вешаем, как бы на, оформляем так квартиру, чтобы везде изображения возвышенные, храмы, чтобы везде были. Вот так вот. Чистоту, энергию чистую создаем, чистую атмосферу. Поспали, надо сполоснуть, сбрызнуть постель, помыть пол в этом месте. Когда человек спит, много эгоизма от него исходит. Надо очистить водой это место потом. Животные, если живут в доме, надо ограничить их территорию до одной комнаты какой-то или до коридора, чтобы они по комнатам не шлялись. Они создают свою атмосферу, оскверняют тоже. Рядом с животными, когда человек живет, он тупеет. У него возможность духовно развиваться уменьшается сильно. Животные становятся центром внимания, не Бог. Проведите эксперимент. Поставьте икону перед собой, посадите кошку. Куда вы будете смотреть, на кошку или на икону? Попробуйте просто. Вы думаете, что вы на икону будете смотреть? Попробуйте. Вы увидите, на икону вы шансов нет смотреть. Будете смотреть на кошку. А если вы будете смотреть на икону, она вам не даст. Кто замечал, что когда вы начинаете молиться, у вас есть, допустим, маленький ребенок, он тут же начинает лезть к вам, он не дает. Если сознание переключается на Бога, ребенок пытается его оторвать к себе, он не дает сознание переключать ни на кого. То же самое кошка. Чуть-чуть молиться сели, все, она начинает день скрести, что-нибудь делать, ей очень тяжело принять, что кто-то думает не о ней. Поэтому животных не надо дома заводить, это мешает концентрации духовной. Эгоизм сосредоточен в этой кошке становится, все, она становится центром жизни. Что-то какие-то пасмурные лица у вас. Не надо никуда девать кошек, пусть живет. Когда она станет старенькой, шерсть повыпадает у ней, моча стул не будет держаться, вы поймете, зачем не надо заводить их. Вы испытаете страдания вот от старости животных, от их гибели, и потом вам уже все, отвращение будет от этой идеи уже. Вы поймете, что это неправильно. Потому что животными наслаждаются, пока они молодые, а потом чуть стареть начала, раз, усыпили, да? Это не усыпили, это называется убийство. И за это вы будете отвечать потом по полной программе. Пока животное молодое, мы наслаждаемся им, потом оно стареет, мы его усыпляем, так называем. Представьте, вас кто-то усыпит. Чуть состарились, все, пойдем усыпляться. Видите, мы не согласны, чтобы с нами так поступали. Значит, мы сами не должны так делать тоже. Итак, смотрите, счастье в семейной жизни, оно идет волнами. То счастье, то страдание, волны идут. Но если много семейного эгоизма, то эти волны, они перестают существовать. В основном только одно страдание. Возможность быть счастливым, когда очень много семейного эгоизма, в личной жизни нету никакой возможности. Одни страдания, когда люди только занимаются удовлетворением своих желаний, потребностей. Муж смотрит только телевизор там целыми днями дома. Женщина целыми днями по телефону болтает. Они не служат ни друг другу, ни Богу, не молятся, не занимаются духовной практикой. Ни соседей не кормят там, ни кошечек, собачек, ни с подъезд, ничего. Просто собой каждый занимается. В этой семье счастья быть не может. Семейного. Там нет хороших периодов жизни, там есть только одна безнадега и все. Только одна безнадега. Услышали меня? Провели диагностику? Движемся вперед. Но если вы все-таки начали жить правильно, если у вас духовная музыка играет дома, если вы с молитвой готовите, если вы кормите бескорыстно людей, не желая ничего взамен близких.
Если вы стараетесь отдавать что-то, жертвовать там в храм и так далее, если у вас началась жизнь возвышенная в семье, тогда в этом случае у вас в жизни будет чередоваться хороший период и плохой. Когда в жизни идет хороший период, то в этом случае отношения строятся легко. Люди склонны слушать друг друга, склонны понимать, склонны принимать. Когда идет плохой астрологический период, а такой период у всех неизбежен, хотя иллюзия вот эта вот, а у меня будет все нормально, эта иллюзия есть, она идет из семейного эгоизма. Человек думает, у меня будет только хороший период. Я часто на лекциях провожу такой опрос. Я спрашиваю людей, поднимите руку, кто считает, что у него всегда в личной жизни все будет классно. Несколько человек поднимают смело руку. Они уверены на 100%, что у них все будет классно вообще. Они никогда не помрут, не заболеют, ничего с ними не будет вообще. Ну, все будет классно. Знаете, такая иллюзия, она присутствует. Она создается отношениями. Возникают отношения семейной жизни, вот эта иллюзия обволакивает людей, они такие, ходят такие под балдежом. Вы можете видеть таких людей, такие отшибленные, такие отфутболенные личным счастьем. Можно видеть, что их никого не видят вокруг, они наслаждаются друг другом, все, у них все классно. Ну, как бы, когда начинаются отношения, это нормально. Это нормальное явление, но если люди считают, что так у них будет всю жизнь длиться, то это безумие. Это уже безумие, это болезнь. Плохой период наступил в отношениях. Готовьтесь к трудности. Как он проявляется? Обостряются отношения. Тяжело общаться друг с другом, тяжело решать какие-то вопросы. То, что не решено, обостряется, становится невыносимым. Обычно эти периоды плохие в отношениях сопровождаются или болезнями у людей, в зависимости от кармы, или тяжелой финансовой обстановкой, или проблемами с родственниками, или с соседями, у кого какая судьба. Но если плохой период наступил, то все одно к одному идет. Нам тяжело общаться друг с другом, теща помогает еще, там, или мама помогает, или еще кто-то помогает, соседи там портят жизнь. Что делать в тяжелый период жизни? Обычная ошибка, знаете какая? Тяжелый астрологический период начался, что люди делают чаще всего? Выясняют отношения. Они лезут туда, где больно. Это идет из привязанности. Что такое привязанность? Вот смотрите, взять отношения. Муж, жена, да? Отношения. Два вида счастья есть в отношениях. Вот я что-то сделал бескорыстно близкому человеку, от него изошло счастье. Но я не привязываюсь к этому, я считаю, что заслуживаю, то и получу в этих отношениях. Опять сделал хорошее, опять изошло счастье. Это один вид счастья. Второй вид счастья. Вот хороший период у него наступил, настроение у него хорошее, хороший период астрологический. Я наслаждаюсь этим. Когда начинаю наслаждаться этим, балдеть от этого, вызывать из него наслаждение, что значит из наслаждения выдавливать из близкого человека? Мужчина и женщина наслаждение выдавливает с помощью контакта с ее телом. Он ее целует, мнет, выдавливает из нее наслаждение. Женщина из мужчины наслаждение выдавливает с помощью речи и взглядов. Она говорит, разговаривай со мной нежнее, еще нежнее. Или, ты что на меня не смотришь? Посмотри, видишь, я красивая. Видишь, я как оделась красиво. Ну, смотри, давай. Куда смотришь? Вот сюда смотри. Вот. С помощью взглядов, то есть женщина вытягивает наслаждение с помощью взглядов и речи. Мужчина просто попроще, у него психика попроще, он просто берет и тискает жену, наслаждается ей. Так люди наслаждаются друг другом.
Это вызывает привязанность. Привязанность означает, что если завтра этого не будет, я буду страдать. У женщины счастье из тела, из женского выходит циклами. Эти циклы прогнозируемы, очень простые. Есть как бы периоды, есть месячные у женщины. И вот когда месячные прошли, через 3-4 дня где-то начинается хороший период, связанный с женским телом, до овуляции. Идет хороший период. То есть женское тело излучает счастье, потом овуляция прошла, женское тело начинает все больше и больше страданий излучать, до тех пор, пока не начнется новый период. И когда женское тело не излучает счастье, то у женщины иногда и настроение тоже подводит. Она, у ней как бы настроение, гормональные функции соединены вместе. Когда из женского тела счастье не исходит, у нее настроение похуже. И муж ходит за ней по дому и говорит: «Ну ты чё?» Она говорит: «Я тебе чё трогаю? Я тебе чё трогаю? Я вот вообще тебя не трогаю. Чё ты ходишь за мной? Чё тебе надо? Чё у тебя нет настроения?» «У меня нет настроения. Я не знаю, чё у меня нет настроения. Чё тебе надо от меня? У меня нет настроения. Чё, я не так что-то сделал?» То есть он думает, что это у нее нет настроения, какое оно имеет право не излучать счастье. Понимаете, он привязан к ее телу, он ходит за ней и говорит: где счастье? Деньги заплачены, где услуги? Зарплату принес, все купил, где счастье? Она говорит: иди не трогай, отстань от меня, не подходи ко мне, не разговаривай. В плохой период женщине трудно разговаривать, трудно дарить улыбки. Трудно давать тепло женское, вот эту доброту женскую. И в это время, когда человек привязан, он за нее начинает конючить. Он пытается из нее вытащить, начинается скандал. Потому что когда он из нее пытается вытащить, она вообще страдает от этого сильно, чувствует несправедливость. Ей когда плохо, тяжело, что ей нужно, женщине? Когда ей плохо, тяжело, что ей нужно? Покой, тишина, чтобы никого не было вокруг. И надо отдохнуть. Потом она опять может дарить уже тепло, ласки, заботу. Но если мужчина привязан, он не может ей дать возможность тишины. Он приходит и мучает ее, постоянно мучает. И она начинает истерики катать в результате. Услышали? Ситуация знакомая? Да, женщины говорят, да, мужчины не знают, о чем речь вообще. Хорошо. Теперь про женщин. Женщина эксплуатирует энергию мудрости, стабильности мужчины и его силы. Вот если, допустим, женщина эксплуатирует энергию силы, это значит, что женщина такая по природе расслаблена слишком, ленива. Когда рядом с мужем, ей легче жить. Она чувствует пободрее себя. Она эксплуатирует энергию силы. Зависит от мужа в этом вопросе. Представьте, мужчина пришел с работы, устал. У него не хватает силы. Что произойдет с женщиной? Она будет психовать. Она подойдет к нему и говорит: ну ты че? Че ты такой вот? Ну, то есть она будет его мучить в это время. Когда ему плохо, как раз она в это время его и будет мучить. И этот синдром вот такой у многих женщин есть. Когда мужчина приходит с работы, ему как раз плохо в это время его и душат. И начинается скандал вот этот вот. Вечерний скандал, связанный с тем, что муж не удовлетворяет потребности жены, когда пришел с работы. Вообще-то, когда он пришел с работы, надо его... там, накормить, успокоить, дать ему возможность отдохнуть. Но если женщина привязана, она не может этого. Она говорит: я тебя ждала полдня, ты пришел, морда кирпичом, почему не улыбаемся, улыбаемся, улыбаемся. Он не может, у нее сил нет. Начинает скандал. Привязанность называется, привязанность. Второй вариант. Эксплуатация мудрости, энергии мудрости. Когда наступает
когда от мужчины энергия мудрости не исходит. Он, допустим, у него тяжелая ситуация в жизни, он, допустим, ему надо принять какое-то решение, он сидит в позе мыслителя, думает о чем-то, и в это время, когда ему плохо, когда ему тяжело, когда ему надо принять решение, у него не хватает силы, жена будет мучить его, терроризировать своими вопросами. Она подойдет как раз в этот момент и скажет: мы идем в кино или не идем? Ты должен принять решение. Идем в кино, не идем. Давай принимай решение. Мне в магазине, мне хлеб, одну бухалку покупать или две, или три. Давай говори. Ты мужчина или мужчина у нас в семье? И он: отстань от меня. Эксплуатация энергии спокойствия. То есть от мужчины исходит стабильность в жизни, стабильность. И когда мужчина нестабилен, женщина начинает его терроризировать в этот момент. Когда он стабильный, она хорошо, она головку ему опустила на плечо, все. Питается стабильностью мужчин. Все нормально, он стабильный. Как только у нее что-то не то, на работе неполадок, там с начальником проблемы, в это время она его начинает мучить. Ему нужна помощь в это время. Он приходит домой, говорит: что-то с начальником проблемы. И ее сразу начинает трясти, потому что стабильности-то не хватает, от него уже не исходит энергия стабильности. Она именно этим наслаждается, женщина. И она ему говорит: ты сам виноват, что у тебя с начальником плохо. Вместо того, чтобы его поддержать, сказать: ну нормально все будет с начальником, он успокоится, не волнуйся, все, пойдем кушать. Она говорит: ну-ка расскажи мне, что с начальником не то. А сама уже раздражена. Она видит, что он ей не накачивает ее этой силой стабильности, не качает. И она начинает его пилить в этот момент. Не можешь с начальником разобраться. И понеслась. Ему и так плохо. Знакомая ситуация? Мужчина говорит: знакомая. Привязанность — страшная вещь. Привязанность — это то, что разрушает отношения. Люди должны учиться не привязываться. Как мужчине привязываться к женщине? Чувствуете, от женщины не исходит счастье? Думайте о Боге в этот момент. Самое время помолиться Богу. Тянет к жене — идите к алтарю. Когда от женщины счастье не исходит, когда она с тобой не хочет разговаривать, самое время думать о Боге, молиться и не трогать жену. А хочется, хочется ей что-нибудь сказать, что она такая? Молчать, думать о Боге, не трогать близкого человека. Когда от мужчины не исходит счастье, женщина должна оставить его в покое. Особенно, когда он устал, когда у него трудности. Хочется в это время подтверждения, что от него все нормально идет. А подтверждения нет, потому что от него не может идти все нормально, ему самому тяжело. У него своих сил не хватает. Нужно оставить его в покое, подумать о Боге, подумать о молитве. Бог спасает нас. Смотрите, объясняю. У нас внутри, вот здесь, вот в области сердца, есть родник счастья, энергия счастья. Это столько, сколько по судьбе счастья положено. Это счастье всегда идет к близким людям. Близким людям. Хотим мы или нет, близкий человек заболел, из этого родника ему идет. Мне становится меньше, я начинаю беспокоиться о нем. Если я беспокоюсь, значит, мне не хватает. Когда человеку не хватает в роднике энергии, что нужно делать? Молиться, пополнять энергию. Что мы делаем? Беспокоимся. Нервничаем, злимся на судьбу, в депрессию впадаем и так далее. Это признак скупости. Скупой человек беспокоится, а разумный человек молится. Чувствуете разницу или нет? Как в солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ох, куда же ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Это вот чисто эгоистическая такая платформа.
платформа наслаждаться и не давать своего наслаждения кому-то. Понимаете? То есть вместо молитвы мы тянем счастье на себя. Вместо того, чтобы отдавать, мы стараемся взять. Беспокойство, отчаяние, слезы – признак эгоизма в отношении. Когда мы благословляем, мать благословляет своего сына, говорит, у тебя все будет хорошо, это признак силы, молитвы. Когда человек отношения с Богом строит, он сильный в отношениях, не строит слабый. Он депрессирует, нервничает, злится. У ребенка трудности в учебе. Что надо делать? Ему не хватает силы учиться. Молитесь, дайте ему силу. Что мы делаем? Злимся на него. Почему не делаешь уроки? Отшибаем у него всякое желание учиться вообще. Надо силы дать человеку, вдохновить его, сесть, помочь ему. Видите, привязанность. Проблема ведь не в отношениях. Проблема в привязанности. Я хочу наслаждаться человеком, поэтому заставляю его страдать, не желая того. Без моего желания происходит. Вот сейчас лекцию услышите, все равно будете так делать, пока не пересилите себя в молитве. Что значит нет? Это же сила, она тянет. Магниты вот хотят, не хотят, они склеились. Так и люди, когда привязан к чему-то, начинаешь, делаешь помимо своей воли, вот так происходит. Так хороший период астрологический, к нему не надо привязываться. Если все хорошо в вашей семье, знайте, что скоро будет плохо. Не надо привязываться, что все хорошо, энергию хорошо, надо использовать для большего служения. В это время хорошо больше молиться, в это время хорошо духовной практикой заниматься, потому что легко, никаких трудностей нет. Все, как бы духовная сила крепнет в это время. Мой родник, родник близкого человека, все наполнено силой. Все наполнено силой. Когда плохой период наступает, что происходит? Сила тает. Надо в молитве ее пополнять. И молитва не наполняет полностью сердце. Вот как сегодня девушка с утра желали всем счастья, она говорит, я неожиданно вспомнила своего близкого человека, что он страдает. Это объем работы. Начала повторять, я желаю всем счастья, сразу сердечко соединилось со всеми, оно начинаешь повторять, я желаю всем счастья, сердечко соединяется со всеми родственниками. И вот там объем работы, сразу раз память сюда пришла. Память означает связь. Что нужно делать? Думать о святом человеке, не надо думать о родственнике, надо думать о святом человеке. Его водичка сама туда пойдет к нему и сама его наполнит. Это не наша проблема. Но если вы думаете о родственнике, забыли о Боге, тогда вы не сможете ему помочь, наполнить не сможете, неоткуда будет идти. Система понятна или нет? Она трудная, надо переключиться, надо заставить себя. Маруся, от счастья слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Сила должна быть, сила. Маруся плачет, он идет в армию воевать, там слезы на копье капают, все нормально, проблем нет. Нужна сила. Силы нет, нет жизни. У женщин тоже может быть силы. Женщина может победить битву в молитве за мужа. Они же связаны друг с другом. Ее счастье, его жизнь, его смерть, ее страдания. Женщина может свое счастье сама себе сделать? Сейчас вот в этой войне, когда вот эта война была, не скажу на какой стороне, я ни за какую сторону, но была такая история. Один священник при бомбежке в храм попал снаряд, его ранило, но бомбежка продолжалась. И он оставляет этот мир в молитве. Он сидел и молился за то, чтобы снаряды, которые летят дальше, вот,
на город, чтобы они не разрывались. И пока он жил, ни один снаряд не разорвался. Все просто падали в землю и все. Это реальный факт. Такая сила в этом священнике была в молитве, что снаряды падали, не разрывались. В человеке есть такая сила, он может останавливать разруху с помощью отношений с Богом. Когда человек концентрируется на Боге, то разруха останавливается. Если сейчас все в мире возьмут, помолятся вместе сильно, война закончится сразу. Все договорятся, все решат. Как это произойдет, мы не знаем. Война означает нехватка Бога. Скандалы, ругань в семье означает нехватка Бога в жизни. Все. Почему? Потому что люди скандалят, ругаются только потому, что вот здесь вот не хватает счастья. Когда счастья хватает, никакой войны нет. Всем и так хорошо. Почему люди ругаются? Они требуют счастья друг от друга. Понимаете систему, да? Нет причин ругаться другой. Если счастья хватает, зачем ругаться? Ругаться означает, мы тянем счастье. Это привязанность заставляет нас тянуть счастье. Мы требуем своего от близкого человека. Почему требуем? Потому что он не додает счастья мне. Но это вообще в принципе неправильно, потому что если у тебя не хватает счастья от этого человека, тогда помолись и дай ему сам. Наполни его, пускай он успокоится. И ты успокойся. Мы не туда обращаемся. Привязанность должна быть к Богу, а не к близким людям. А к близким людям должно быть служение. Отношения с близкими людьми должны быть такие. Я ничего не жду от близкого человека, но всегда готов ему помочь. Когда отношения такие устанавливаются, все. Один человек пришел к наставнику своему и сказал ему: у меня проблемы в отношениях с женой. Ну, тот ему сказал: вот тебе надо вот к этому привыкнуть в отношениях, к этому привыкнуть, к этому привыкнуть. Ну, такой был исполнительный подчиненный, слуга. Он пришел, говорит: я уже ко всему привык у жены, ко всему. Вот к этому привык, ко всему, к этому. И у меня возникает вопрос: а зачем тогда мне с ней жить? Если ко всему привык, я уже отреченный человек, я могу просто один просто жить. И все. Может, мне одному начать жить? Начальника, наставника спросил. Может, мне одному начать отреченный образ жизни принять? Знаете, что ему наставник сказал? Вот теперь у тебя будет счастье в личной жизни. Когда ты уже привык ко всему, ты можешь и один обойтись. Вот теперь тебе надо начать близкому человеку служить, и у тебя будет счастье. Потому что он тебя никак не будет раздражать, а ты будешь улучшать отношения с каждым шагом. Понятна система? Труднодостижимая, но это единственный выход. Больше нет выхода. Нет вариантов как-то по-другому. Никак не договоришься. Люди не хотят слышать друг друга. Они слышат только свои желания в близком человеке. Вот как вы думаете, если взять портрет, черт характера, нарисовать вам близкого человека? Вот как вы его понимаете? Все его черты характера. Нарисуйте портрет его, всех черт характера. Как вы думаете, вы его всего нарисуете или нет? А что вы нарисуете? Как вы думаете? Вы нарисуете в нем только свою судьбу и все. Вот наше понимание близкого человека, оно только в рамках нашей судьбы находится. У него есть куча всего другого, чего нам просто не понять никогда в жизни. Почему? Потому что это не находится в рамках моей судьбы. Вот если взять, допустим, вас убрать, поставить другую жену, то через него будут проявляться другие черты характера. Часть этих, а часть совсем других, которых вы не знаете в нем. Они не были проявлены. Понимаете, да? Почему так? Потому что так устроен мир. Мы живем в иллюзии, мы думаем, что этот человек такой, а он не такой. Вот почему есть у людей наставники? Вот к наставнику приходит, допустим, муж с женой, а наставник как относится к своим подчиненным? С духовной точки зрения он видит в них самое лучшее. И когда они друг о друге начинают говорить свою карму, вот это у меня такое, этот у меня такой, они о своей карме говорят, проявленной в близком человеке. Наставник смотрит и говорит: нет, он не такой, вот у него есть еще такое. Есть, а у него есть вот такой, и он их мирит таким образом.
Поэтому самый лучший способ строить отношения, надо просто, не дожидаясь, когда этот наставник скажет, надо просто садиться рано утром и вспоминать, как вы познакомились. Когда люди знакомятся, они душу видят друг друга. Они видят самые лучшие качества характера. Люди, когда разводиться идут в ЗАГС, они говорят, у нас в отношениях нет ничего хорошего. И если разумный, допустим, человек, он скажет, а как вы познакомились? Да как-то непонятно. Ну это же безумие, ну как можно непонятно? Когда вы знакомились, что-то было же в отношениях. Время пройдет, и ты забудешь все, что было с тобой у нас. Так вот, для того, чтобы строить отношения, надо в молитве каждый день вспоминать все, что было. Если человек вспоминает чистое, светлое в отношениях, вспоминает душу, он устанавливает отношения с душой близкого человека. И если вы это делаете, вам не надо никаких лекций по отношениям. Потому что когда вы на душу, вы смотрите самое лучшее, то, что видели в первый раз, вы также смотрите на близкого человека с этой позиции. Все, в нем самое лучшее раскрывается, самое плохое закрывается. А если вы с позиции своих обид и оскорблений, которые он вам нанес, смотрите на него, тогда безнадега. Безнадега в отношениях остается только одна. И вот это осквернение, оно копится с годами, и люди не могут смотреть уже друг на друга. Почему? Потому что они никогда не создавали отношения. Отношения создаются перед алтарем, а не в бла-бла друг с другом. Что толку разговаривать, если нет отношений? Невозможно достучаться до сердца, которого ты не чувствуешь. Сердце можно почувствовать только через Бога. Молитесь Богу. Кланяйтесь, вспоминайте то, что было, чистоту в отношении вспоминайте, ручеек пойдет в сердце близкого человека. Поднимите руку, у кого была безнадега, и вот начал так практиковать, и ручеек пошел, потом совсем хорошо. Вот дайте микрофон женщине, вот белой кофточке, она сейчас нам расскажет практически, у нас практикум сейчас будет. У нас здесь фестиваль, у нас все сейчас все родные, все близкие. Вчера были на концерте? Это наша семья. Вот. На концерте проявляется наша семья. Вот. Семья вот эта большая. Есть маленькие семьи, есть большая. Это большая семья. Вы увидели отношения в большой семье. Кто-то выступает, поет, кто-то слушает, кто-то открывает сердце. Когда вы приходите кушать, вы увидите другое в нашей большой семье. Вы это можете почувствовать нашу семью через пищу. Пища вкусная, хочется больше ее есть, да, в живот уже не помещается. Почему? Потому что духовной энергией насытиться невозможно. Ее надо больше, еще больше. Дайте мне еще что-нибудь, что у вас еще есть? Потом вниз, там же тоже с молитвами готовят, в буфете, да? И туда, и там еще. Первая стадия наполнения духовной энергией – это стадия Анна-Майя называется, наполнение пищей. Люди не могут наесться. Когда они начинают вот освященную пищу есть, они не могут наесться. Они туда придут, поедят, там придут, поедят. Они кушают сначала. Это нормально. Рассказывать. Встретились, было все замечательно. Потом... Как у всех. Да. Потом развелись. Тоже замечательно, да? Да. Потом... Буквально на следующий день случайным образом узнали о том, да? Что есть вы на земле. И начали слушать ваши лекции. Причем и он, и я. Даже так? Да. Слушали мы полгода. Мне рассказал мой наставник. Говорит, такая история была смешная. Его, говорит, ученица, она хотела узнать что-то о ведах. И... набрала в поисковике Твердохлебов. Твердохлебов. А там, знаете, поисковик, он как-то что-то так делает, так, и слово меняется иногда. И не раз Торсунов. Она еще раз Твердохлебов. Торсунов. Твердохлебов. Торсунов. Раз, ладно, Торсунов.
начала слушать лекцию. Спасибо вам большое. Мы начали вам спасибо большое. Можно сказать, вот вы спасли нашу семью. Я поэтому очень благодарна. Я это обращаю к своему наставнику. Хорошо, я услышал вас. Это не моя заслуга, это его заслуга. Так, ну что было дальше? Я вообще-то вас по другому поводу поднял. Мне как через молитву вы отношения строили, рассказывали. Да, то есть мы слушали ваши лекции, старались, ну, по мере возможности выполнять какие-то наставления. Ну вы же уже отдельно жили? Да. И что дальше происходило? И мы начали... обсуждать лекции? Слушать друг друга. То есть мы периодически встречаться начали, и мы уже слышали друг друга. То есть мы... Ну а как это внутренне-то, вот вы в молитве, как это произошло? Мне же не интересно результаты, мне интересно, что вы там делали перед алтарем. Я начала молиться святым людям. Кому конкретно? Богородице, так. Николаю Чудотворцу, семистрельная икона, это умягчение злых сердец. Ну, вот, теперь интереснее уже. Давайте рассказывать. Как вы молились? Свечку зажгла, встала. Так. Взяла... Внутри что происходило у вас? Вы кланялись этим иконам? Да, обязательно. Кланялись? И что у вас в сердце, какое желание было? Во-первых, я просила Бога, чтобы он мне дал прощение в сердце своего мужа. То есть вы не просили, давай назад возвращаем мужика, ты что? Ну, мужика хочу назад. После ваших лекций нет, я поняла, вы не делали? Нет, не делали, да? Вы просто прощение, да, просили? Да, я попросила, чтобы мне дали в сердце прощение, чтобы он меня простил. Супер. И он, я подозреваю, делал то же самое. И в итоге через полгода нам стало легко общаться, мы снова поженились. Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала. И этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. А потом произошел горько момент. Мы повенчались. Повенчались опять, видите, молодцы. Потом мы родили ребеночка. А вас не было до этого? Нет, сначала ребеночка родили, потом повенчались. Так получилось, но... Ничего, бывает. Мы ездим на ваши лекции в другие города, но мне получилось только одной сюда приехать, к сожалению, но... Ничего, нормально, он с вами. Я когда увидела... Я его вижу. Когда я увидела у вас, что будет бракосочетание... Ведическое. Да. Я говорю, давай мы с тобой. Он говорит, я четвертого раза не выдержу. Ну ладно, ничего, в следующий раз приедете. У нас все могут сесть, и ведическое бракосочетание у нас есть. Посредине фестиваля у нас будет вот ягья, и можно бракосочетание сделать ведическое. У нас сейчас будет технический перерыв небольшой. Спасибо вам большое, Владимир Георгиевич, что приехали к нам. Вы все подошли? Поднимите руку, кто к Владимиру Георгиевичу не подошел еще, не подошел с желанием помочь общему делу. Не подошел еще кто? Я вас запомнился. Все должны подойти и сказать, я хочу помочь вашей миссии. У нас от пьянства умирает людей больше, чем от войн. Знаете об этом, нет? Причем многократно больше. Не то, что там в один раз. Итак, мы с вами говорим об отношениях, какие-то тонкости развиваем, такие сложные моменты. И мы говорим сейчас с вами о том, что отношения, они создаются во время молитвы между людьми. Вот само по себе просто вспомнить во время молитвы близкого человека добрым словом, его что-то хорошее вспомнить, очень сложно. Потому что мы привыкли только эксплуатировать близкого человека и думать о том, как он меня наслаждает или в чем он меня не наслаждает. У нас вот два типа мышления очень развито внутри. Мы когда близких людей вспоминаем, думаем, да... И начинаем думать, что он не наслаждает. Или вспоминаем, думать, да... Как он меня наслаждает. Все.
Это эксплуатация. Вот когда мы начинаем просто желать счастья близкому человеку, прощать, просить прощения, в это время создаются отношения. Это надо делать возле алтаря, потому что у нас своих сил нет это делать. Вот попробуйте сейчас взять и простить близкому человеку. Ну-ка. Нету сил. Чувствуете? Нету сил. Но если вы сейчас возьмете, начнете настраиваться на святого человека, кланяться ему и прощать, вы почувствуете, со временем прощается. Появляется спокойнее, спокойнее к нему чувство. И раз, простило, успокоилось сердце по отношению к нему. Все. Это за счет духовной силы происходит. Надо думать о святом человеке, кланяться ему. А близкого человека мы чувствуем в это время, не думаем, а мы знаем, что это для отношений с ним делается. И когда вы молитесь, вы тестируете себя после молитвы. Вот молитва прошла, раз, протестировали. Как отношения? Еще раз помолитесь, как отношения? Вы будете чувствовать, что лучше, лучше отношения. Ну, по очереди, не все сразу. Сначала одного, потом другого. Мы все в жизни делаем по очереди. Сначала одно блюдо едим, потом другое. Или вы все смешиваете сразу. Можно и так, но уже ничего вкусного не получится. Кто из вас практикует это? Я на каждой лекции говорю о том, что это надо делать. А кто еще не практикует? Поднимите руку, кто не практикует. А кто из вас первый раз слышит вообще о том, что я вот это сказал, что надо вот перед изображением святого человека думать о близких человеке в молитве? Кто первый раз слышит? Вам прощается. А все остальные не практикуют, потому что не хватает духовной силы. Вот вы много раз слышали, но не можете сесть и это сделать. Потому что люди, большинство людей, они не интересуются своей жизнью. Они просто ей живут. Понимаете, есть разница. Жить жизнью и интересоваться своей жизнью. Когда человек пытается что-то поменять в жизни, он садится молиться с утра, он пытается вспомнить близких людей, прощает, просит прощения, он интересуется своей жизнью. А тот, кто просто живет и ждет, когда же будет лучше, этот человек не интересуется своей жизнью. Он живет просто так. Зря живет свою жизнь. Большинство людей зря живут свою жизнь. Это очень трудно интересоваться своей судьбой и побеждать в своей судьбе. Это очень трудно. Очень трудно. А еще труднее побеждать в судьбе близкого человека. Перед моими глазами сейчас проходит пример, как муж любит жену свою. И она болеет тяжелой, неизлечимой болезнью. И он, благодаря своему желанию помочь ей, такая сила в его желании, что у меня открываются глаза, как ее лечить. И она выздоравливает, представляете? Вот его желание такая сила, что он открывает мне глаза, как лечить этого человека. И благодаря этой силе мне то подскажет, это подскажет, то... направление, это направление, она ей все лучше и лучше становится. Благодаря его желанию. Его желание может, я как рычаг, то есть его желание вылечить жену, она через меня действует как через рычаг. А я как рычаг тоже получаю через его эту силу любви, получаю знания, новое знание по медицине. Создается новая методика по лечению тяжелых заболеваний. Представляете, как действует любовь, энергия любви? Огромная сила. Но эту силу надо копить и применять, и делать так надо, делать так именно. Человек может очень много, у нас безграничные возможности побеждать судьбу, безграничные возможности. Мы не знаем их, потому что мы инертно живем, очень инертно. Мы хотим, чтобы за нас кто-то что-то сделал.
Надо учиться молитве. Причем путь к молитве непростой. Сначала слушаем просто духовную музыку, балдеем просто. Хотя бы духовный способ балдежа надо на материальный поменять. То есть материальный на духовный. Сначала просто балдеем и кушаем освященную пищу. Потом дальше начинаем слушать лекции. Это уже тяжелее, потому что там есть горький вкус в лекциях. Надо его переваривать уже своим сердцем. Слушаем лекции. И только потом начинается соблюдение режима дня, здоровый образ жизни, понимаете? То есть человек начинает менять свою жизнь. И только потом начинается молитва. Первый раз помолиться очень трудно, потому что это же работа над душой, а мы привыкли пользоваться только этим миром. Смотреть телевизор, читать книжки, слушать радио. Это означает пользоваться, наслаждаться. А здесь же надо что-то из себя вымучивать, а это не просто. Это очень трудно. Это и есть настоящая жизнь. Вымучивать из себя, отношения свои строить с Богом. Это настоящая жизнь. И когда наступает плохой астрологический период, и человек молился до этого, что происходит? Интересные вещи происходят. Обычно люди не могут принять этот факт плохого периода. Он обычно длится несколько лет и обычно разваливает семью. Если семья находится в страсти или в невежестве, на 100% семья будет развалена, на 100%. И поэтому астрологи, часто не понимая, что бывает по-другому, они говорят, смотрят гороскоп, говорят, у вас два брака. Развод будет примерно вот в это время. Почему они так говорят? Потому что люди не склонны побеждать свою судьбу в большинстве случаев. Они живут как растения. Растения известно, когда обрезаются веточки у растения. Когда обрезаются? Весной. Весна приходит, всех растений обрезаются веточки. Можно предсказывать, да? Точно так же по гороскопу астролог видит, вот у вас два брака. Но если человек начинает вот эту молитву, начинает прощение, вот плохой период наступает, свистит январская вьюга, не любят люди друг друга. Когда плохой период начинается астрологический, то я с помощью вот молитвы наполняю сердца теплом, хотя ну, из судьбы в них идет холод. Вот поднимите руку, у кого сейчас холод в отношениях с близким человеком. У вас нет любви. Вот правильно, плохой период идет. Он начался у вас где-то полтора года назад. Сколько вы живете вместе? 2,5. Вот понаслаждались годик и понеслась. И что делаем? Что делаем? Вставайте, микрофон, молодому человеку. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Большое спасибо за такую возможность. Это вам спасибо. Ну, да, плохой период идет. Да, вижу. Пытаюсь холод бороться, идет, все приехал правильно. Приехал на фестиваль, пытаюсь менять вкус. А жена приехала? Ну, это не совсем жена, девушка, с которой мы жили. Но впоследствии, я думаю, так, интересно. Дай Бог, может, жена. Становится интереснее, все интереснее. Итак, вы живете вместе, да? Мы жили вместе, да, в одной квартире 2,5 года. 2,5 года с девушкой жили? Да. А у вас детей не родилось, которые вместе с вами жили? К не счастью, ваших нет. Детей, но вместе с вами жили. К счастью, никто не родился, нет? Нет? Пока нет еще. Нет? Нет, нет, нет. А знаете ли вы, что когда люди больше года вместе живут, они муж и жена? Я знаю, да. Но все равно вы с девушкой живете, да? С женой живем, значит. С женой, да? Все хорошо. Это уже, уже получше. Бывает, люди, супруги расписаны, бывает не расписаны. Люди вместе живут год, все, они уже приклеены друг к другу. Они не могут разойтись, значит, Бог их приклеил. Если бы они могли, они бы разошлись. Почему не расходятся? Не могут. Значит, Бог склеил людей. Бог соединяет людей. Если люди расписываются, значит, они согласны с этим. А если не расписаны, не согласны. Но это не значит, что они не муж и жена. Это факт.
Да. Она приехала сюда? Нет, она в городе, в Чите. Но занимается духовной практикой. Хорошо, отлично. Что вы сейчас делаете для восстановления отношений? Ваша практика какая? Пытаюсь начать духовную жизнь. Но вы думаете о святом человеке и посылаете вот ей любовь, тепло, вспоминаете, как вы встретились, вспоминаете чистоту в ее характере во время молитвы? Буду это делать, да. А не делали еще, да? Но пытался просто вспоминать, как бы... Нет, просто бесполезно. То есть надо просто, вот есть изображение святого человека или священное писание, святое имя Бога, чему вы поклоняетесь, я не знаю, какая у вас культура. Берете, ставите святость и начинаете кланяться святому источнику. И когда вы это делаете, вам даже не надо думать о близком человеке, потому что вы 5 минут это поделаете, и дальше что произойдет? Перед вашими глазами появится ваша девушка. Почему? Потому что в этих отношениях боль сейчас. И эту боль надо заполнить силой, чистотой. Я понял. Буду так делать. Нет, вы еще не поняли. Стойте, раз уж поднялись. Смотрите на меня сейчас. Как зовут девушку? Мария. Смотрите мне в глаза. Сердце легче становится вам сейчас? Да, спокойнее. А вы вспоминаете ее сейчас? Пока еще нет. Но я вспоминал. Вы вспоминаете сейчас, вспоминайте. Вспоминать сейчас. Легче вспоминать? Спокойнее вспоминать? Уже более светлый образ такой. Вы вот это ответ. Не, он, видите, он говорит не спокойнее, а светлее образ. Лучше чувство по отношению к ней. Я сейчас проделал работу за него. Его работу за него проделал. Я вспоминал святого человека, кланялся и как думал об этой девушке, о ваших отношениях. Спасибо. Видите, теперь работает, да? Теперь, о, разумный человек. Теперь моя очередь. Мог бы сказать, Олег Геннадьевич, а когда еще раз так сделать? Спасибо вам за помощь. Спасибо. Мы хорошо спасибо поработали всем. На благо всех сейчас с вами. Так, когда плохой астрологический период, не надо пытаться строить отношения. Когда хороший астрологический период, не надо пытаться строить отношения, потому что они и так есть. Хороший астрологический период, отношения есть, они хорошие. Мне хорошо с близким человеком, все классно. Когда плохой астрологический период, надо пытаться какое-то время. Чувствуете, не получается. Плохой период обычно длится год, полтора, там 5 дней прошло, там, ну, обиделись, подружились. Это неплохой период. Плохой период – это когда долго отшибает людей на какое-то время достаточно долго. Основная ошибка заключается в том, что они в это время пытаются построить отношения. И отношения совсем разваливаются в результате. Что нужно делать в плохой период астрологически? Нужно в своем сердце доводить отношения до нормальных каждый день. Во время молитвы нужно делать так, чтобы тепло пошло в отношениях. И потом дальше очень хорошо и качественно служить близкому человеку, заботиться о нем, выполнять обязанности свои и стараться не беспокоить его своими потребностями. Если человек так делает, то он даже не заметит, как пройдет этот плохой период. Каждый день, если он вкладывает в отношения силы, они не разрушатся. Даже если это односторонне происходит, а не двухсторонне. Когда вы один раз такой экзамен сдадите, следующий будет легкотня уже. Даже просто хотя бы несколько дней так поделать, уже потом будет легче жить. Проблема заключается в том, что люди в основном, даже услышав об этом, делать этого не хотят. Не хотят просто. Есть 1000 причин. Некогда,
нет времени, там, нет сил и так далее. Те тысячи причин не жить, а страдать есть у каждого человека. Нет сил, слушайте музыку, вдохновляйтесь, слушайте лекцию, вдохновляйтесь. После лекции вдохновились, потом кончилось вдохновление. Сразу после лекции молитесь, пока вдохновленные. Не позволяйте судьбе расправиться с вами. Не позволяйте. Не давайте ей возможности разрушить семью. Чувствуете, холод пошел в отношении. Появилось ощущение, что близкий человек может вам изменять, гулять, начать. Страх появился об этом, значит, уже нужно молиться. Ревность означает просто скупость. Вот, допустим, вы ревнуете близкого человека. Почему вы ревнуете? Потому что правда его тянет куда-то в другое место. Но почему вы ревнуете? А потому что вы скупцы. Скупец, он не хочет отдавать энергию любви дополнительную, а просто сидит и ревнует. Картинки строит, как там он будет не изменять. Надо молиться, вот в этом направлении пошла мысль, туда и молитесь. Это отношения. Отношения строятся в сердце с человеком, а снаружи мы видим результат просто. Просто результат. Вот если он сейчас позвонит своей девушке, у него будет хорошая беседа на 5 минут. Пока он не начнет наслаждаться этой беседой, потом истратит всю эту энергию, опять будет скандал. Не выйти? Хорошо. Молитесь дальше. У кого еще тяжелый период астрологический? У тебя тяжелый период, я чувствую. Да, сегодня будет тестирование по вегетососудистой дистонии в 3 часа. Что значит тестирование? Это что? А кто придет туда? Вот если вы решили, что у вас вегетососудистая дистония, то в 3 часа дня в кинотеатре, когда вы туда придете, то Костик вас протестирует, Константин. Вот. И... А списки участников уже на стенде. Это не всем надо приходить, да? А те, кто участники. И те же, кто хочет стать участниками, тоже могут прийти? Да, могут прийти еще те, кто хочет стать участником. Пожалуйста, помогите нам с исследованием вот это. Мы исследуем камни. С 20 до 50? С 20 до 35, да? С 20 до 35. Можно приходить с 20 до 35. Если у вас там голова кружится, там какие-то тошнота, значит есть вегетососудистая дистония. Пришли, пообследовались, помогли нам, камешек мы вам поставили, поносили, посмотрели, как камешки действуют. Все. Ладно, это наша наука. Наука тоже нужна. Теперь дальше движемся. Когда человек с помощью молитвы и работы над собой тяжелый астрологический период проходит, то к нему приходит счастье как награда. Вот когда обычное счастье, это когда обычно вот стало лучше в отношениях, это обычно. Но когда человек вот эту вот волну, нижнюю волну прошел, дальше что происходит с ним? Он вылетает на трамплин. Если ты разгоняешься с горки, да, потом можно полетать чуть-чуть. Вот. Вот если человек реально поработал над собой и хороший период начался, что происходит дальше? Трамплин. Очень много счастья как награда. То есть идет реально просто взрыв отношений. Хорошие отношения становятся лучше, чем были раньше. И этим не надо наслаждаться, надо дальше опять в молитве жить. Можно всю жизнь быть счастливым в отношениях. Когда отношения хуже, больше молиться за них, а когда лучше, молитву отдавать другим. Когда у вас хорошие отношения, что за них молиться? Молитесь за других людей, за тех, кому плохо. Помогайте другим. Если вам плохо, вы другим не поможете. Помочь может тот, у кого есть сила. А сила бывает только у того, кто справился со своими проблемами. У кого сейчас холод в отношениях, кому тяжело? Ну давайте, вот вы, женщина, так смело подняла руку. Хочет помощи, чувствуется. Нет, нет, вот сзади вас. Ну?
В официальном браке 14 лет, с мужем 18 лет. Ребенку скоро 3 года. Вот с рождением ребенка начала рушиться семья. Почему? Ну, сейчас в данный момент почему? Слушаю... Вы знаете, да? Да. Я же об этом много говорю. Да. Что я начала произошло? Слушать ваши лекции привязались полгода. К ребенку, да? Начали нет. думать о ребенке? Нет, очень сильная привязка к мужу. Тогда ребенок бы страдал, а не муж. Ну, муж начал отдаляться. Почему? Не знаю, не могу найти. Я вам объясняю, почему. Когда ребенок рождается, то энергия счастья женщины идет сама по себе на ребенка. Мужу энергии счастья уже не хватает. Ребенок родился, женщина наслаждается ребенком. Все, муж, до свидания. Все. Даже еще не родился, он еще, когда она вынашивает ребенка, она начинает уже испытывать счастье от него, и мужу уже не хватает. Некоторые бросают, еще и не родился. Жили вместе нормально, забеременела, пошел. Почему? Потому что она уже привязалась к ребенку раньше даже, чем он родился. А? Силы и времени не хватает на кого? На мужа? А муж что? Муж как? Ну, женщина правильно задает вопрос. Правильно, ночью не спишь, днем уставшая, неухоженная, да, и ни на что не успеваешь, и на мужа не успеет. Я правильно поняла вопрос? Мой мужчина мне не помогал с ребенком. То есть он никогда не вставал ночью и уходит. Он у меня страшный еще трудоголик, он уходит в 6 утра, приходит не раньше 9 вечера. И я знаю точно, что он работает, как бы, и для него самое главное, чтобы семья жила в достатке. Вот смотрите, давайте сейчас вспомним формулу. Вы давно слушаете мои лекции? Полгода. Хорошо, формулу слышали, как можно победить судьбу? Формулу? Хорошая, нести хорошее. Нет, формула такая, смотрите. Формула очень простая. Первый вариант. Я... всегда обвиняю близкого человека. Это правда. Без надега. То есть формула, я вам рассказываю формулу победы над судьбой. Я всегда во всем обвиняю близкого человека. Без надега победить судьбу невозможно. Все, без надега. Второй вариант. Я обвиняю близкого человека, но понимаю, что я не права и стараюсь, учусь также искать свои недостатки. Есть выход. Стараюсь. Есть выход. Теперь третий вариант. Я понимаю, что во всем виновата я только сама, а то, что делает не так близкий человек, это мои экзамены. И я их сдаю. Но виновата во всем я. Когда человек такой, приходит к такому ощущению, шансов нет, что он проиграет. Он победит. Еще не дошла до этого. Видно. По вашей беседе видно. Но победу приносит именно понимание, в чем ваша проблема. В чем моя проблема? Я должен понять, да? Ну, я надеялась, вы что-то... Я принесете. Знаю, что вы надеялись, поэтому вы руку так сильно тянули. Да. Чтобы я за вас все решил, а не вы было сами. Было бы неплохо. Но это невозможно сделать. Жаль. Вот, например... Ко мне один молодой человек подбежал, говорит, Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич, скажите мою природу, определите мою природу, чем мне заниматься в жизни. Я говорю, так это твой экзамен. Да ты должен его сдать, ты должен определить сам, чем тебе заниматься, через труд, через работу, через деятельность. Должен открыть себя как личность. Он говорит, ну скажите, я уже подбежал, мне повезло. Я говорю, хорошо, нет проблем, твоя природа – это заниматься вот этим. Я говорю, как, где работаешь сейчас? Он говорит, вот этим. Я говорю, вот лучше вот этим надо заниматься. Вот такая деятельность у тебя. Он говорит, чувствую, правильно, спасибо, супер. На следующий день на лекции говорю, ну ты бросил работу-то? Он говорит, нет. Я говорю, ну я тебе природу сказал, ты движешься в этом направлении? Нет. А почему? Знаете, Олег Геннадьевич, я подумал, а вдруг вы ошиблись? А у меня вся жизнь наперекос пойдет. Дешево знание не получить. Дешево не получить.
Все сказано вроде бы, но ничего не понято. Дешево знания не получите. Ну, будем получать дорого. Дорого будете получать. Ну, не знаю. Хорошо. Посмотрим. Посмотрим. Я считаю, что я стараюсь. И то, что даже я приехала. Да? Нет. Нет, он очень хороший человек. Он тоже старается. Ну, я не вижу этого, но просто я знаю, что он хороший человек. А кто больше старается, вы или он? Наверное, он. Вот молодец. Уже хорошо. Молодец. Но он просто старается немножко в другом направлении. Ну, понятно, ну, козел все равно. Я этого не говорила, это сказали вы. Ну, конечно, я во всем виноват. Виноват я и он. Виноват я и он. Нет. Никто не виноват. Просто так получилось. А, никто не виноват, да? Никто не виноват. Или кто-то виноват все-таки? Ну, я стараюсь искать в себе. Старайтесь дальше. Да, стараюсь. Потому что в вашей жизни виноваты только вы. Ну, это да. Осознание приходит. А он же олицетворение вашей судьбы только и все. Он делает только то, что вам положено. Больше он ничего не делает ваше. Угу. Ну, просто я его люблю, я надеюсь, что у меня все получится. Все, спасибо. А не хочет со мной разговаривать, не Нет, хочет. Почему? Я могу. Я могу, у меня много времени. Хорошо, продолжаем. Лишь бы оно у вас было. А у меня-то что, я вообще тут это... Маленький человек. Как вас зовут? Анна. Анна. Вы смелый человек, Анна. Вы же уже три раза хотели сесть. Все стоите. Ну, вы не разрешили, я пока стою. Спасибо вам большое. Спасибо. Погодите, я еще не разрешил. Ну, значит, я неправильно поняла. Конечно, неправильно поняла. Я же должен вам сказать все-таки, в чем проблема. Да? Угу. Вот смотрите. Вы проблему уже сами сказали в самом начале. Вы сказали, я сильно привязана к нему. Это и есть ответ. Но его нужно расшифровать. Я вам сейчас объясню расшифровку. Вот смотрите, когда вам очень тяжело, совсем плохо, знаете, что в этот момент близкие люди уже все отдали вам, то, что должны были отдать. Потому что когда человеку не совсем плохо, это значит, что ему еще отдают. Потому что плохо или хорошо одно у людей, понимаете? У семейных людей плохо или хорошо одно. Оно находится во внутреннем пространстве сердца. И вот когда совсем плохо, то в этот момент человек не должен обращаться к близким людям. Не надо думать, что они в этот момент должны помогать. Это ошибка. Это системная ошибка вашего мышления. У вас сейчас надрывнейшая обида на этого человека, а он ее не может вынести, поэтому он от вас уходит. Потому что он не Бог, вы его с Богом перепутали, понимаете? Когда человеку совсем плохо, надо близких людей оставить в покое, они вам не помогут. У вас алтарь дома есть, нет? Да. А почему в этот момент вы к нему не подошли, а к мужу пытались подойти, когда вам тяжело с ребенком было? Почему вы Бога не просили? Потому что вы не знали об этом. Вот теперь вы должны узнать. А теперь вам надо вот во время фестиваля это начать делать. Я постараюсь. И когда вы постараетесь, вы тогда поймете, что близкий человек ни в чем не виноват ваш. Потому что он не Бог. Вам, когда было очень тяжело, вы хотели, чтобы он вам помог. А он в это время уже не мог помочь, потому что ваша общая сила уже была истрачена. Эти моменты как экзамены для человека. В критический момент человеку помогает только Бог, и больше никто не помогает. Только Бог, и больше никто. Вот стоп, я вас еще не даю вам возможность садить.
мы изучаем дальше жизнь. Я вам сейчас вот это сказал, а вы начали понимать это. Я это увидел. Хотите, я вам сейчас докажу это, что вы начали понимать? Да. 20 секунд назад вам легче в сердце стало. Это правда? Да. Знаете почему? Нет. Потому что вы приняли идею, что, возможно, надо было в этот момент к Богу обратиться. И как только вы об этом подумали, сразу же пошла вот эта сила победы над вашей судьбой. У вас началось, с одной стороны, успокоение внутри, а с другой стороны, начинается то, чего вы еще не знаете. Вы начинаете уже сейчас прощать своему близкому человеку. Потому что прощение приходит из понимания. Вы когда успокоитесь, почувствуете, что от Бога нужно было просить защиты. Сердце ваше совсем спокойно станет, тогда вам его станет жалко. Вы же его замучили. Могу. Не могу, а замучили. Что значит могу? Я его вижу сейчас, чувствую этого человека. Ну, я знаю это, да. Так вы хотели сегодня ему еще подбросить? Нет. Ну как нет? Хочу научиться смирению. У меня пока, к сожалению, не получается. Смирение означает знание. Знание. Да. Знание. Вот если вы узнали что-то, вам сразу смирение стало спокойнее. Вам надо изучать, как жить. Бойтесь обвинять другого человека близкого. Это самое страшное. Это означает безнадега. Вообще шансов нет исправить ситуацию. Вообще нет. Ага. У нас что-то сейчас будет происходить. Я вас замучил. Нет. Поэтому нужна женская энергия, которая исправит ситуацию. Сейчас придет женская энергия моей жизни, моей семьи, и она исправит ситуацию. Она сейчас вам даст любовь. Я вас мучил знанием, а сейчас будем... А сесть можно, да? Я вам очень благодарен, Анна, спасибо за вашу большое. Помощь в нашей лекции. Вы удивительный человек. Удивительный. Не стесняйтесь вот так, вставайте передо мной, я вас буду мучить на благо всех. А потом ваша жизнь будет меняться 100%. Это нужно делать, потому что иначе как понять? Иначе как понять, как разобраться с собой. Я перестал давать вот такие личные консультации людям. Я понял, что личные консультации – это просто вытягивание из меня информации, и когда что будет, то есть эксплуатация. А когда человек исповедуется, вот так при всех открывает сердце, это реально работает в его жизни. Вот сейчас ваша судьба начнет меняться 100%. 100%. Потому что вы исповедовались, вы сердце открыли, и... Бог радуется сейчас у меня в сердце и в вашем сердце. Спасибо вам большое. Я всегда восхищаюсь смелыми людьми, такими как вы. Очень здорово.